Очередная встреча с жителями Красногорска посвящена теме вывоза мусора по-новому. На этот раз разговор с жителями частного сектора микрорайона Губайлова. Собственникам домовладений предложили выбрать удобный способ обращения с отходами. Муниципалитет рассматривает вариант установки контейнерной площадки, да, на вашей территории. Если вас это не устраивает, у вас есть второй вариант – подомовой вывоз. Подомовой вывоз отходов у русского рекоператора – 57 рублей за 60-литровый бак. Домовладелец может использовать и 120-литровый. Тариф увеличится вдвое. На муниципальной контейнерной площадке баки установит администрация. Вы знаете, муниципалитет не строит сам. Ему приходится проходить торгово-закупочную процедуру, согласно 44-му федеральному закону. На это все пройдет время. Поэтому сейчас мы собрались для того, чтобы определить, если вы, так как мы приедем к вам, безусловно, на обследование, я поэтому просила помощи, если у вас есть места сбора, где вы знаете, что они возможны, то мы приедем, их зафиксируем. А вот раздельный сбор мусора на сухой и мокрый остается на совести жителей. Однако это суть реформы. В Московской области не осталось места для открытия новых полигонов, поэтому выход один – максимально сократить захоронение отходов за счет переработки.